Они приглашают, приглашайте. Они приглашают. Я даун. Нет, я написал, приглашайте, и это произнес, бля. Бля, сдохни. Бля, сука, сам сдохни, пидорас. Бля, батя, у меня что-то веселое настроение. Баскованка уёбков, блядь. Ладно, все, тишина, блядь. Тишина в студии, нахуй. Да, проебал 4 этим веселое настроение. Ну, конечно, ты нихуя не можешь, блядь, в атаке, блядь. Да, я один. Где котик, блядь? Где наше светлое пятно, блядь? С ним хоть нормально у нас. Я бы даже сказал бы сальное пятно, ой. Там серфокс, котик и я вообще просто решаю. Ну, и Домирекс иногда поворотом попадает. Ладно, все, парни, настроились, сейчас все будет хорошо. Да. Ты вылечишь? Я просто не зайду, знаешь. Блять, ну чё, он там что-то напишет, не? Ща он пишет. Да ладно, ребят, ещё неделя начала сезон, у нас есть время. Бля, надо еще оплатить взносы, не забыть. Да, на денег-то нет, да. Ребят, давайте сбор соберем. Подожди, я просто так, на ПФК я, наверное, сегодня оплачу или завтра, а вот на ЦФ я еще подумаю, потому что у нас, возможно, другое что-то будет, может быть. Так, кто-то что-то написал опять. Да, будем играть миноры вместо ЦФ, наш уровень. Наши соперники сегодня Тандыр. Блять, потом этот iClub, там вот эти, которые рейтингом обделили. Потом этим. Сейчас еще скажу, вот это Ямайка Pro мы из Кубки играли, я помню, бля, это охуенно. Я принимаю. Там 3 человека живых. У нас тоже 3 человека живых. Да, я так тоже так подумал. Только не понял, кто, блять. Ромчики был неплохо. Тяжело, бедный Ром. Тебя жалко, честно. Какой именно? Оба. Ну не Ромчики же, ему красный месси упал. Богатый, блядь. Он не продается. Ну подожди, он может быть богатым, блядь. Но в то же время и. У него большое состояние, типа... он его может только вложить в себя. Ладно, давайте на удовольствие поиграем. Это все-таки наш последний. Давай. На удовольствие, FIFA. Ну они будут не забрасывать, а там растягивать и через защиту играть. Давайте вплотнее в центре. Дефтер. Дефтер. Экспромт, смотрите забегание сразу. Ниже играете. Когда высоко, крайних прессуют на... А чем такой маленький? Он на ЦЗ играет. Ну. А кто такой Миндбрейкер? Майндбрейкер. Кто это? Ой, нахуй. Кто? Пусть вытягивает похуй. Не знаю. Кто это вообще такой, блядь? Бля, чё они вытягивают нас? Пусть вытягивают, похуй, не дергайтесь. Ну всё, мы вытянулись. Компактнее. Нихуеть его притянуло. Ну чё, около сервера живёшь? Да, вообще нормально лопит. Сразу. Не знаю, ну, да. Плохо. Скачили, хорош, плохо. Скачили X2. Отыграй. Скачу Никс. Я думал, кто-то за фланг может успеть. Да не, там без шансов. Да, что ты сразу касание не дал, брат? Блин, да, уже надо расстаться чуть побыстрее стараться. Перевес, переводить будет. Расстаться. Переводит. Когда переведет, ближе туда смещаемся. Спину смотрите. После перевода. Наш. Лучше вперед. Да, я вперед. На висеку. Пойдет подбор. Смотрите, что, ага. Бля, очень гений Староудио. Пасом. Ой. Пойдет. Встретишь? Побезопаснее решил Ром сыграть без паса. Нормально. Пониже КЗ. Один нап на Ику набегите. Когда они начинают катать. Есть. Больше никто первый пас вперед давать не будет. Что это? Охуенный пас. Подбор. Так ты с разворота давал, что ты хотел? Конечно, две уже вырубил. Какая разница, с разворота пойдет хуйня? Ладно, похуй. Угу. Чё за бигейр?
пойдет. Как бы это считается. Я давай тогда останусь, я не знаю, чтобы так. Я ты бы сразу остановился. Погоди. Ну так я ты сказал, забеги. Фокс, подойди, Игорь, в центр. По спине. Рок в край. Ром. Что делаешь? Я в центре, давай так. Перед собой даешь. Просто в ногу потом отыграй. Фокс. Подожди, блять, что ж так? Нормально. Пойдет, ладно, можешь остаться. Встретить. Выбей. Спину. А, все, не закин. Там фланг горит. Не горит, нормально. Ты не сдохни. На него один. Второй темп смотрите. Ой, бля. Можно? О, нормально подсунули. У меня другого варианта не было. Ударит. Нет, хорошо. Ой, залагало. Все нормально. Прошка. Сосите хуйню. Даю. Я убегу вперед туда. Я под тебя. Ой. Ближе к нему встретиться. Если нет, то крайних, скорее всего, будут задействовать. На. Аут. Стеф. Дальше бы. Да, было бы хорошо, если бы так принял не спиной. Короче, спин-центр говорит, пиздец. Хорош пух. Угу. Придержи по возможности. Я говорю по возможности. Бля. Мать фуды катают. Похуй. Это Дрогба. Абдулла. У нас уже был шанс не быть долбоебами в прошлом матче. Подойдите к нему кто-нибудь. Ближе. Бля, ну это пиздец. Кики, иди. Да все, расслабься. Я держу Вику. Хорошо. Я с ним играю. Бля, достаточно по парням похолодить мяч, как вы гореть начинаете просто. Ну реально, что так это? Спокойно поиграйте. Это просто эта игра, как будто Викинг Лиги. Хорошо. Так легко подпалить. Не, FIFA не создана для того, чтобы держать типа больше. Да похуй на что. Для чего FIFA создана? Каждый играет как хочет. Нет, а ты кому давал? Тебе. Профсовывал. Да я на самом деле высоко пошел там. Давайте еще обсудим игру РТГ. Подбор. Да, тем более у нас своих проблем нет. Я ему, блять, закройте центр. Там все. Можете, сука, подменять меня, когда я ухожу нахуй. Кто-нибудь. Да. Спасибо. Давай, я буду. За спину, ага. Ноги. Я ж пеной залил весь моник нахуй. Хорош. Завтра пену будет. Блять, подсунул. Угу. Я вижу, что ухожу на игрока, блять, а в мою зону ага. Никто не смещается. Ну что с Игорем? Угу. Напа найди. Долго. Еще. Желательно нашего напа. Ай-яй-яй-яй. Подбор. Подстрахуйте. Центр, да, у меня там нет. Я тут нормально. Ниже ему, да? Пойдет хорошо. Угу. Не, это плохо. Да. Аккуратно спин. Остановитесь там, посмотрите, что вас. Что вам не дают. Да не, постарайтесь просто поменьше именно с разворота так пихать. Блядь. Да, хорошо, надо быстро, центр. Надо быстро. Как на хер. И так как ты бля. На ЕХРМ, помнишь, что кидывал? Центр был. Давай, спокойно, они вообще... Игорь, побольше центр раз. Посмотри, не загоняй в край, когда у него в вообще не... В каком месте я должен нервничать? Ты не нервничаешь, ты хороший. Тебе мяча нет, ты мне нервничаешь. Я 4, блядь, пускаю нахуй. Мне уже нервничать. Перевод. Угу. Бля, не тянет вообще. Спинку смотрим. Я на него пойду, когда сюда гоню. Центр. Хорош. Ну, я не тебе, ну ладно, о, нормально. Я за тебя забегу. Обратно там. Ага, и центр, ладно. Ну, мне там тяжело было сместить в это, поэтому. Обратно можно. Сука! Нормально. Еще раз. Блин, атака просто. Вспоминаю, с РТГ на ПК, блядь. Да. Катаешь куда-то. Вату ебаную, блядь. Я даю. Скинь. С ударом.
Бля, если бы ты скинул, это было бы охуенно. Я бы мне кажется, я бы не скинул. Ладно, пох. Надо было попробовать. Слушайте, ну бля, реально как настоящий футбол играем. Пизда просто, бля. Лучше бы они в аркаду играли. Хоть интереснее было бы всем. А мне нравится. Они забегают, я забегаю. Да, тебе нравится, что на так почти нет. Давайте в том же. Ладно, давайте, а то они сейчас, это как, соберутся, сейчас начнут ослабить. Ну, две за атаки. Опять же, нет, не расслабляемся в центре особенно. Если бы я там у Экса не отобрал каким-то чудом, какой-то пяткой, блядь, я думаю, он бы забил. Ой, бля. А, ну да. Давай, их надо зажать как-нибудь, прижать на один гол. Когда мы реально зажимаемся в край, старайтесь выйти в центр, у них там есть зонки. Просто у них на краю подстраховка из второго появляется. Рома раскусил в тактику. Пойду поджечь. Да. Нормально, подбор. Отличная игра. Попарись, хорош. Я подстрахую твой зон сейчас. Можно. Нормально, все, расслабься, блядь. Игорь. А, я понял, он остался с тобой. Даже тут отбираю. Когда Игорь завалится, никто не в курсе. Со Стефом можно. Что мы делаем? То, что я скидывал. На ближку, на Диму, вот сюда. Давай, Дим, раз, два, три. Пизда ты там вынес. Это пас. Пойдет. Бля, так хорошо летел, пиздец. Да не, выбежит там не проблема. Ладно, скинуть хорошо. Угу. Хорошо. Пасом. Еще. Это отскок, что ли? Да. Назад кинет. Нет, уже нет. Олег. Все, сейчас дрочек флангами будет. Аккуратно догоняем. Хорош низы. Угу. По центру можешь. Это можешь? Натянуло на этот мяч. Сука. Хорош. Угу. Пойдет. Подограй. Здорово. Бля, обработать тяжело. Сильно дал сюжет. Да я делал бог, блять, а я умолочку. Что не торопить по флангу смотри. Нормально, вроде. Или нет? Да. С аутом тоже беда. Аккуратно катиться не надо. Вот это что? Это парни. Я не знаю. Срезай угол. Хорош. Хорош. Хорош понял. Видно, что я сыграю с вингером. Я просто интересует нас. Ладно, потом посмотрим. Другой вопрос. Угу. Хорош, может. Ну не так. Это как странно, ты говоришь можно, а... Да, зря тебя пускал, извини. Бля. Можно его догонять пока. Угу, хорошо. Правильно. Я второй темп смотрю. Угу, пойдет. Пойдет. С экспромтом... Один. Давайте я поиграю с экспромтом, пух. Маленький. Да не, они не будут на этого вешать. Но... Они не будут, но вы можете скачать, а так разбирайте больших в любом случае. Они на дефтера точно не будут вешать. Ну они же не банутые. Могут разыграть вполне себе. Ебаду? Хозер санкшен, а что? Что там придумано? Хорош. Бля. Аккуратно расставляемся. Угу, пойдет. Фанг, смотри. Наш. Сильно мысли есть. Вперед. Ебаный в рот. Бля, меня почему-то оттягивает куда-то, я не понимаю, куда. Подбор. Бля, ну Дефта, ну успокойся. Аккуратно, придержись. Не, Халек, не буду тебя закидывать. Да, я понял, да, я не довел. Хорош. Угу. Ударил. Блядь. Хорош. Блядь, смотри. Нормально, подбор. Спину смотрим. Догоняем пока. Секунду. Ну я долго... Лево, смотрите. Угу, хорош. Ногу. Стамины пизда нету. Угу, есть. Или так, да. Хорош. Хороший. Есть.
Бля, ничего не запишу. Это я тебе давал. Хорош, хорош. Угу. Ногу, 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 ногу. Я даю Давиду ноги. Я забегу, выберу сенс. Больше. Еще. Беги, беги. Второй там. Болей в касание. Пойдет, нормально игра. Жми его. Хорош. Хорош. Еще вкати. С ударом. Пойдет. Бля, ну это пизда везучая. Неплохо, встреть. Спину не теряем пока. Ром, погоди, аккуратно. Бля, Ром, если бы ты сейчас, ты мог спокойно принять, а так мы мяч потеряли. Ладно, пойдет. Хорош. Знаешь? По флангу смотри. Да, придет. Угу, нормально, подбор. Подожми его. Беги, короче, Харёк, у меня сил, он с нами. Спасибо. Фейк, кони вперед. А, ладно. Центр. Уже. Бля, ну это центр было, я не понимаю, почему так идет. Фейканулся, по сути, нашу. По флангу будет давать. Успеем, вроде. Хорошо. Тихо. А, как от меня? Ну там коснулся. Ну ладно, пухуй. Хорош. Центр. Даю. Блядь. Очень плохо. Не разбегайтесь, да. В смысле, стоп, под ней. Не-не, мой косяк был. Вперед. Давай, 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 давай. Да, Магер. Ебать. Ага. Лево. Дам, дам, дам. Бля. Ебать, хуй пошло. Так я хз, я нахуй тебе давал. Перевод. Обор. Хорош. Угу, ногу. Ладно. Было тяжело. Сейчас глубоко давать. Загнали в крест арена. А не. Нормально, хорош. Обратно. Еще центр найди, еще. Ногу. Пойдет. И в клан, блядь, это было пиздато, если бы Харёк забежал. У меня стамина столько нет. У меня стамина уже нет просто. Похуй, ну, похуй. Ну понятно, похуй. Дело, да. Ладно, понятно. Конечно. Подбор. Так, надо только в первом тайме есть. Чтоб забежать. Так, спину, спину смотрим. Я второй возьму. Навес будет на второй. Он пойдет дальше. Не-не-не-не-не. Чувствую, это нам голом будет стоить. Внимательно, разберите игроков. Они прямую, скорее всего, будут делать. Я на контре стою, что хорош, да? Хорош. С выносом. Ладно. Забудь. Хорош. Не, не смогу. У меня не было времени, Харёк. Сейчас навал будет, смотри, аккуратнее смотрите. Хорош. Плохо. Аккуратно. Встретить. Прижми его. Угу. Блять. Второй, второй, смотри. Хорош. По флангу давай. Здорово. Блять. Чего меня тянет? Да че меня не тянет, нахуй? Вот это... Да пас мне был вообще. Понял. Да, я позвоню. А по всему... Жми, жми, жми. По флангу. Прессинговать? Не могу его прессинговать, не могу добежать до них. Поль твой. Проеб сейчас. Подбор. Ну это типа. Вперед, заброс. Вперед, вперед, вперед. Ну короче. Слушайте, ну реально как в настоящем футболе поиграли, пиздато. Так, что там надо заполнить эту хуйню, сказать, что мы ничего не сыграли. Че, мы еще, наверное, покатаемся, правильно? Ну не в турнире, но тем не менее. Так, сейчас я напишу. Так, РВ 00 РТГ.